Огромный рывок сделан в развитии транспортной инфраструктуры. Реконструкция кольцевой, крупнейших городских магистралей, строительство развязок в самых проблемных местах города – все это позволяет Минску, несмотря на высочайший уровень автомобилизации, оставаться более-менее комфортным с точки зрения транспортного обеспечения. Четвертое место мы занимаем среди 16 метрополитенов СНГ. Строим третью линию, мы в ближайшее время введем ее в строй и разгрузим еще больше наш город. Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, это переход на электромобили. Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать. Минский аэропорт, посмотрите, красавец. Сейчас мы приступили к третьей или четвертой очереди реконструкции нашего аэропорта. Туда будет подведена в следующей пятилетке, притом 2-3 года первых, подведена электричка из города-героя Минска.